Что же все-таки с нами, дорогие друзья, происходит? А происходит с нами, наверное, что-то вроде истерики и паники, потому что вот всю неделю, наблюдая за реакцией на те или иные события, я прихожу к выводу, что нам всем нужно, конечно же, подуспокоиться. Разумеется, так же, как и вы, я, прочитав новости о Севастополе, да, тоже была и возмущена, и хотела и рвать, и метать, и душа требовала немедленного возмездия, да, чтобы, как говорится, камня на камне не осталось от Украины. И это нормально. Это, в принципе, нормально для любого человека. Но вы знаете, когда проходит вот это вот состояние гнева, голова потихонечку остывает, когда сердце начинает уже, да, биться в более-менее нормальном ритме, приходит понимание того, что никогда ничего нельзя делать сгоряча, понимаете? А ведь если разобраться, а что конкретно случилось? Ну да, противник, используя свои возможности, нанес удар по вполне себе военному объекту. Да, добился 3 попаданий. Вот у них промок. Севастополь, город русских моряков, да. Вот этим всем пытаются, как говорится, да, внести смуту и в наши головы. Потому что сразу начинают вспоминать про красные линии, иронизировать по этому поводу. Сразу начинают вспоминать нам Киев за 3 дня. Вы понимаете, мы никогда не говорили, что мы возьмем за Киев за 3 дня. 1 числа в понедельник будем обедать в Киеве. Получается так. Получается. Мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина, ну... Киев будет взят так быстро? 1,5-3 дня. 2 дня, потом падение города. Уничтожило за 2 дня. Катастрофа в СУ в районе Киева. Осталось буквально несколько дней. Как вы знаете, танки на подходе к Киеву. Уже танки в Киеве, они рассказывают о сгоревшей вате, о пиромоге. Танки уже возле Киева. 3-е, 5-е, максимум 8 марта. Но мы просто в какой-то момент это Киев планировали взять на 3-й день. Ну и армии там нет. Нам опубликовали 72 часа. Это было в их прессе, а не в нашей. А, так это американцы виноваты. А, конечно, они нас все время в этом смысле подзуживают. Россияне, в эту игру можно играть вдвоем. Спокойной ночи, Москва. Украинцы, спасибо за донаты. Працюем далее. Слава Украине. Очень тяжело оставаться спокойным, читая такие новости. Вы понимаете, что вот от нашей ажитации, от нашего гнева, абсолютно праведного на самом деле, да, от этого ничего не изменится. Я вот вчера тоже, опять-таки, поддавшись, как говорится, эмоциям, да, выложила фотографию. Вот у меня был когда-то пост, и фотография Киева, ну и из Бродского лучший вид на этот город, если сесть бомбардировщик. Я, правда, уже за эти годы, действительно, и от Киева, там, и от Одессы, и от других некогда дорогих сердцу мест, да, могут остаться одни руины. Это не потому, что я такая кровожадная, а потому что такова соляви, как говорят французы. Вот, я напоминаю, вот мы с моим зеленоглазым другом призываем вас продолжать помогать нашим, потому что вот у нас сейчас уже 2-ю неделю подряд мы в промышленных масштабах закупаем препараты вот, осенне-зимнего периода. Сейчас вот тоже отправится большой груз с аптечками, с лекарствами, с термобельем уже, потому что днем-то пока еще тепло, а вот вечером, ночью, ранним утром уже прохладно. Поэтому, да, чем теплее будет нашему бойцу, тем больше шансов, что он не заболеет. Поэтому давайте вместе помогать нашим. Но уже все, уже посыпалась вся эта история. Штукатурка давно слезла. Сейчас начинает проявляться истинная вот эта вот морда. Морда. Сообщение из Крыма о том, что там все тихо, мирно, и пожар-то, который продолжался 9 часов после точного попадания ракеты украинской в штаб Черноморского флота, локализован, а потом и потушен. Подумаешь, всего-то 9 часов горело здание, которое выглядит вот так вот. Да, серьезно, туда пролетела ракета. И ведь посмотрите, какой блестящий результат! Один человек и то не погиб, а пропал без вести. Но и тот оказался главнокомандующим Черноморским флотом. Слушайте, а может быть что-то не так? Вот украинцы, например, говорят, что попали аккурат к совещанию, понимаете, ракета украинская захотела принять участие в этом совещании. И всех, кто там был, в 200-е и 300-е, а у нас, вот понимаете, признают пропадение без вести только одного человека, главнокомандующего Черноморским флотом. Кстати, украинцы как раз это не подтверждают. Говорят, нет, насчет адмирала самого главнейшего. Нет, там рангом пониже, но тоже крутые фигуры. Вот их-то точно за 200-е или за 300-е.
Как обычно, правду всю мы узнаем после войны, но я думаю, что очень скоро независимые наблюдатели по похоронным процессиям отследят, кто именно там погиб, и все равно будет известно. Так что скрывай правду, не скрывай, смотрите, какое здание. Прилетел-то хорошо. Штаб Черноморского флота. Что он там делает в Севастополе, если его так можно? Пум! И попасть. В Новороссийск бежать надо! В Новороссийск! А глядишь, и в Новороссийск попадут. А где тогда будет штаб-то у нас? Да в Астрахани ж, друзья мои. Ну, конечно, там же флотилия целая есть. Вот и Черноморский флот, который уже размером с флотилию, туда и переберется. Недаром есть канал Волга-Дон. А, как известно, на Черном море кораблей-то крупных не осталось. Все украинцы потопили уже. Соответственно, вот корабли по этому каналу и переберутся. Будет у нас замечательная Астраханско-Черноморская удвоенная флотилия. А на Черном море не будет. Так война же, что же вы хотите? Украинская армия прорвала российскую оборону у Вербова, как заявил украинский генерал. Вслед за сообщением о том, что через 2 недели после того, как украинская пехота прорвала российскую оборону у Вербова и Работина, а потом туда, наконец, через 2 недели переехала техника украинская. Вот новый прорыв. Хорошо, хорошая новость, просто замечательная. Говорит генерал Тарнавский о том, что ВСУ прорвали линию обороны российских войск у села Вербовое в Запорожской области и развивают наступление. У нас есть прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше. Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой. Главное не потерять эту инициативу. Ну да. А то, понимаете ли, уже как бы вот июнь, июль, август, сентябрь, 4-й месяц уже наступаем-то. Смотрите, удивительное дело, прорыв аж на 12 километров. Ну да. Вот снарядов только, вот, судя по всему, осталось не так много. Если судить по поставкам, то обещанные 2 миллиона снарядов калибра 152 миллиметра и выше, ну, 155 в основном натовские, как-то вот материализовались реально примерно в 1 000 000 с небольшим. А это как раз вот на 4 месяца. А потом чем стрелять? В общем, пожелаем бойцам украинской армии как можно быстрее дойти до дороги, которую им надо перерезать, до железной дороги через Токмак идущие. Да осталось всего-то какие-то 18 километров. Слава ЗСУ! Оно сможет. Но цена, друзья мои, какие же там бои тяжелые идут, какие бои... Как в Первую мировую. Что делать? Война такая. Хорошая все-таки новость про прорыв. Давайте на этом и остановимся. Но ведь всем хочется какой-то позитив. Мне кажется, это как раз то, что надо. Слава Украине! Победа будет за нами. Куда же ей деваться-то от таких гарных хлопцев? И от такой страны, которая подверглась совершенно дикой, варварской, бессмысленной агрессии со стороны бывших родственничков, так сказать, братьев. Ах, братья-то разные бывают. Вот Каин с Авелем тоже братьями были.